Привет! Сегодня у меня большая, огромная радость. Ко мне пришла посылка с книжным сюрпризом, но на самом деле она пришла еще вчера, но я ее не распечатывала, не распаковывала. Короче, я ее не разрезала, не резала, не пилила. С вчерашнего дня всю ночь думала, что же там. Мне очень интересно, я пришла с работы и сейчас буду ее открывать. Вооружилась аж тремя предметами. Моим любимым ножичком, ножницами и канцелярским. Не знаю, что мне понадобится. Вот она, моя посылочка. Мой отправитель Лена с Харькова. Я знаю своего отправителя, в отличие от остальных людей. Просто ну, так получилось, что я ее знаю, мы с ней общались, и я знаю, что это она мне отправила. И мне, знаете, мне даже вдвойне приятнее, вдвойне мне еще больше хочется ее открыть. Так что все, приступаем. Кстати, я знаю, что эту посылочку Лена собирала не одна. Она ее собирала всей семьей почти, вместе с Варей, ее дочкой и, скорее всего, еще с мужем. Я не знаю, как его зовут, или я просто забыла. Так что привет, Варя, привет, муж. Я открываю вашу посылку. Кстати, что это за скотч такой? Он просто мега... Что это? Он двусторонний вроде. Фух, я это сделала. Я освободила от оков верхнюю часть. Сейчас будем открывать. Вы представляете, что внутри? А внутри еще одна коробка. А нет, это просто листочек. И потом внутри еще. О боже мой! Смотрите! Смотрите, здесь написано книжный сюрприз. Я так поняла, это рисовала Варя, наверное. Варя, еще раз привет. Спасибо тебе большое за такую классную бабочку. Я уже увидела что-то. Я сегодня жалелась некоторым людям, что я так хочу сладенького. Я так хочу конфетку, вкусняшку. И вы понимаете, что сейчас у меня будет что-то такое. Я сразу поставлю свою бабочку. Прекрасную бабочку. О боже мой, у меня просто гора конфета, которая падает. Конфетки, идите сюда, идите все ко мне, идите к мамочке. Батон, я обожаю батончики, кстати, эти. А, у меня еще есть палочка корицы. Обожаю корицу. Еще корица. Обожаю корицу. Кстати, вот угадали, я ненавижу ванилин, ненавижу запах ванилина, но зато я обожаю корицу. Если корицы много, то это очень-очень здорово. Дальше. У меня письмо самому хорошему человеку. Письмо завязанное. И его, наверное... А там открыточка. Я открыточку покажу, я не буду показывать текст. О боже мой. Ой, такая красивая бумага там внутри, но я не хочу скотч рвать. Так, письмо это мне. Ух ты, какая открытка. Ух ты. Ух ты. Стоп. Мне кажется, она раскрашена самостоятельно. Мне так кажется. Или у меня что-то не так со зрением, или мне кажется, она реально раскрашена самостоятельно ручками, фломастерами, карандашами. Серьезно. Нехай бывает мрии. Она реально раскрашена самостоятельно. Наверное, к этому тоже приложила руку Варя. Возможно. Письмо. Это личное. Еще. Тоже такие вот, еще такой пакетик с такой классной бумажкой, которую мне жалко рвать. Наверное, это закладочка, которая тоже приклеилась. О боже мой! О боже мой! Это смайл, и это... Что это такое? Закладка для книг. Это серьезно закладка для книг. Ух ты! Клевая. Я таких закладок, честно, еще не видела на резинке.
прикольно. Закладка на резинке. Я отсталый человек. Я не знала, что существуют такие закладки. Я думала сначала, что это вот это. Следующий. Тоже такой пакетик, но он тяжеленький. Это магнитик, наверное. И мне тоже жалко рвать это все, так что я его сбоку разрежу. Что это? Что это? Это реально магнитик, я угадала. Себя надо любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям. Макс Фрай. Магнитик на мою башку. Класс. Вообще. Жалко, что у меня нет железной книжки, чтобы можно было... Хотя у меня есть файт. Может приклеится? Нет, к файту не цепляется. Федя, ну давай. А, прикольно. Так, следующее. Следующее, ну, это просто вау. А, и, кстати, это фиолетовое. Оно вот так вот было завернуто, я уже сразу сорвала сердечки. Видите, что это? Носки. И они слегка фиолетовые. Хотя, может, это розовые, но мне почему-то отдает фиолетовым. Вот как раз к моей кофточке сейчас. А, махровые носочки. Тепло. Лето, зима. Блин, мне хочется такие перчатки иметь. Вот, класс. Блин, они такие прикольные, мне будет жалко их носить. А, класс. Носки. Следующее. О боже мой. Печеньки. Опять же вкусняшки, печеньки и опять здесь опять конфетки. Конфетки, еще конфетки. А, шипучка, по-моему, это шипучка. Обожаю шипучку. И всякие вредные конфеты. Ну, это с орешками. Так, что у нас здесь есть? Орешки, клюква, лесные орехи. Ну, здесь на украинском написано. Журавлина, лесные орехи, грецкие орехи. Я просто голодная с работы пришла, еще не ела. Еще стикеры я уже вижу. Оно завернуто, но все равно я вижу, что это стикеры. И стикеры, закладочки, наклеечки маленькие для страничек. Это для таких, наверное, или забывчивых людей, или таких придирчивых, которые, ну, как раз как я, вот увидел ошибку в книге. Нужно подцепить туда закладку. А дальше начинается самое интересное. Вы смотрите, что здесь. А, круто. Здесь прикольная такая бумага с всякими девушками. Это, наверное, 40-е или 60-е года, когда были такие открытки и такой вот типаж женщин. Ну, блин, на картинках они всегда такие были. Ой, ну эта книга, я, наверное, потом с этой книги начну. У меня здесь еще. Вот это я чувствую, что это шоколадка. Я знаю, что это шоколадка. А это закладочки. Закладочки с ежиками. Здесь у меня котятки, а здесь ежики. Это, кстати, классные закладки. Я люблю такие. У меня есть несколько наборчиков. Но только там всякие города какие-то. А здесь есть кролики, мышки, обезьянки. Нет, это девочка вообще-то. Я ее обозвала обезьянкой. Пчелки. Ежики. Ежики. Это что? Это, господи, как они называются? Велоцираптор. Как эти с рогами называются динозавры? Утенок. Ой, прикольно. Ой, а вот эта девочка, я забыла. У меня когда-то был календарик старый еще. Детский такой. И мишка тоже здесь есть. Ой, это просто здорово. Опять новые закладочки. У меня есть новые закладочки. А вот это я знаю, что это шоколадка, потому что я уже все обмацала. Я ее помацала. Где мои ножницы? Это Милка. Я ее узнала, потому что она фиолетовая. Она фиолетовая, она не пахнет. Через упаковку Bubbles. Милка с бульками. Милка с бульками. Боже мой.
Я ж сегодня ночью не усну, пока не съем все. И никому не дам. И не поделюсь ни с кем. Так, дальше мы откроем коробочку такую. Не знаю, что это. Это чай. Это 100 пудов чай. Мне кажется, это чай. У меня как раз чай кончился, мой любимый, с бергамотом. Я просекла, что это чай. Крутой, крутой баночки. Я порвала красивую. Это чай, это крутой, офигительный чай. Sunset Quality, Quality. Как читать за этот чай, ёлки-палки. Sunset. Это черный или зеленый? Какой это чай? Я понимаю. Написано, что цейлонский, но черный или красный? Черный или красный? Черный. Черный. Обожаю черный чай. Зеленый тоже люблю, но черный люблю больше. Намного больше. Здесь пленочку не понюхаешь. Все равно спасибо тебе большое, чай. Это незаменимая вещь вообще. Человеку, читающему, не читающему, чай — это всегда кстати. Очень-очень очень кстати. И сейчас началось самое интересное. Вот это вот, что я уже показывала, но не решилась открыть. И вот это вот прекрасное чудо, которое мне жаль будет рвать, разрывать. Начнем с книжечки поменьше. Надеюсь, это книжечка, может, блокнотик. Увидим. Какой-то прикольный блокнот. Ух ты! Мандариновский блокнотище с картой Украины. Смотрите, какой городок. Почти как мой Изяслав. Вот здесь еще несколько замков дорисовать, костел, и будет точно как мой город. Вау, прикольно. Спасибо. Такой позитивный, зеленый. О, здесь еще карты Европы есть, не только Украины. Очень полезная вещь. Я люблю рисовать. Здесь я нахожусь, мне еду туда, туда, туда. Да, в последнее время много ездить приходится, и я не ленюсь отмечать в карте, где же я все-таки побывала. И последнее, самое. Мне жалко резать вот эти вот ниточки вязальные. Сейчас мы их аккуратненько развяжем, хотя нет, походу не развяжем, потому что они на узелочке завязаны, а мы их вот так вот сняли. Все, мы вас сняли. Книжечка большая. И мне почему-то кажется, что это Стивен Кинг. Я надеюсь. Если я все-таки решу снять книжные покупки свои, небольшие, но все-таки если я их сниму, то у меня будет очень много Стивена Кинга, но я уже заглянула и увидела, что это не Стивен Кинг. Это то, о чем я давно мечтаю. Многие люди эту книжку читают. Мой кубик Рубик упал вместе с картинкой. Ну, картинка хотя бы, встань на место. Все. Стой. Не дышим в ту сторону. О, это просто, это огромная книга. Я как-то не решалась ее покупать, я хотела купить ту, что поменьше. А вдруг она мне не понравится. Это же вроде как первая часть, а там еще две есть. Еще побольше. О, Лена, спасибо тебе большое. Это просто замечательная книга. Обалденная книга, которую я жалела себе купить. Это «Вокзал потерянных снов». Вы смотрите, какой 2 килограмма счастья. 2 килограмма счастья. Ох, красотища какая. Ой, блин. Я так давно мечтала об этой книге. Класс. Наконец-то я почитаю «Чайную Евеля». Я всегда вот смотрю Любину Личи, и у нее на заднем плане на полках стоит 3 вот эти книги. «Вокзал потерянных снов» и там еще 2 части. Я так смотрю на них, смотрю. Ой, я так хочу. Но думала, наверное, сначала куплю себе рельсы. Русский язык.
куплю себе рельсы, попробую, как это, а потом уже, если что, буду копить на все 3 тома вот этих. Но, походу, не получится так. Буду покупать все 3. Потому что мне уже выдали первый. Сейчас мы будем пытаться как-то это все взять в руки. Итак, Леночка, спасибо тебе большое за это. Нет слов. Чаек. Я думаю, как раз пока я прочитаю вот это, я выпью вот, ну, как минимум пол пачки чая, потому что я уверена, он будет очень вкусный. А я люблю пить большими дозами, полулитровыми кружками чай. Это для меня вот так вот расплюнуть. Блокнотище мандариновское, которое я очень люблю. У меня много вещей от мандарина, хотя это вроде как не очень дорогая марка, но у них всегда очень прикольные обложки. Вот как раз для молодежи. Да, мы молоды еще. Я имею очень вкусные печеньки. Пакетик счастья. Еще один. Мы имеем закладочки с ежиками. Ёжики, куда вас положить? Мы имеем шоколадку, Мик. Очень шоколад. Мы имеем офигительные носочки. Розово-фиолетового серого цвета. Которые подходят под мою кофточку. Вот сейчас прям надену. Так, где мой смайлик? Мы имеем смайлик. Смайлик, мы его наденем. На закладочку. Мы имеем магнитик. С словами Макса Фрая. Иди сюда. Вот. Так, мы имеем чудо-открыточку, дороже которой просто не найдешь, потому что она раскрашена своими руками. И еще мы имеем огромную бабочку, нарисованную Варей. Варя, Лена, спасибо вам большое. Я жду еще одну бабочку. Так, мы имеем письмецо, которое я прочитаю потом. Это личное. Вот. И кучу конфет, которые... Стикеры. И куча конфет. Батон. Сникерс. И море-море конфет, которые я... А, еще у меня есть палочка. Что сказать, не знаю. То есть, у меня куча море радости. Кричать я не могу, а то у меня соседи жалуются, что я тут ору. А то бы я здесь... Что я видела? А, я тогда бы их не ела. It's love. По-моему, так они... Не, love is. Блин, я так давно их не ела. Love is. Наконец-то я вас поем опять. Точнее, пожую. У меня есть куча радости. Вот эта вот штука. Я сейчас буду ходить вот так вот по дому до ночи. Потому что сегодня я днем пришла домой и решила снять видео. Наконец-то. Днем, а не ночью. Ой. Я больше не знаю, что мне сказать. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Лена. Спасибо, Варя. Спасибо, муж Лены и папа Варей. Потому что я знаю, что вы собирали это всей семьей. Вы это все запаковывали, клеили. Спасибо вам большое. Я вас люблю. Честное слово. Пока.